Тут она разуваться, нет? Нет, музей. На первом этаже. А пол какой? Мы сейчас. Очень интересно, да? А я у нее сумку оставлю. А можно сумку оставить? Сейчас мы пройдемся по первому этажу, где находится экспозиция личных вещей. Граф. Это лабиринт. Печь какая красивая, да? Вот да. Когда видела эти печи. А дверь какая? Печи в Шарварском замке кровавой графини Батори. У меня не было камеры видео, а фотографии. Так, вот это фамильный герб семьи Сечени. Сечени. Я так думаю, да? Снимаешься. Ага. Да. Гроф Сечени, Чалат. Все правильно. Так. Владюш, тоже снимаешь? Есть какие-то документы. А, это Сечени. Замки. Который? Фернер. Кристер. Гроф Сечени. Фернер. Нет, не Ференс. Зигмунд. 1681 году родился это прадед Иштвана Сечени. Почему успеем? Какие часы? Какой шкаф? Шкаф. Кресло. Часы. То есть я так поняла, вот, что здесь экспозиция личных вещей семьи Сечени. А вот и но. Опять очень красивая печь. Так. Галерея. А вот септет. И ноты. На это. А, вот и так он выглядел. Ценк. Ага, Ценке, Кэште, Сечни, Ференс. Вот она так выглядела в 1080 году. Эта усадьба так выглядела. Ага. Ноты. Вид из окна на французский. Печати семьи Сечени, представители этого графского рода были видными политическими деятелями Венгрии, реформаторами, просветителями, меценатами. Иштван Сечени прославился тем, ну, не только этим, стал очень известен в Венгрии, когда годовой доход от своих имений пожертвовал на Венгерскую академию наук. Бюро. Сводчатые потолы. Люстра.
красивая печь. В семье любили музыку, играли на музыкальных инструментах. Иштван Сечени жертвовал свои деньги на консерваторию и музыкальный театр. Проходим в следующую комнату. Так, здесь ступенечка, аккуратненько. Не оступиться. Ага, сейчас мы поснимаем эту красоту. Иштван Сечени. Ребят, ну не трогайте, камеры же здесь, ребят, что не надо? Не надо, ну не надо. Нет, это разрешено. Печати, может быть? Нет, нет. Отпечатывается, видишь? Я сейчас печать Сечени, наверное. Теснение такое, да? Да. О, не потеряйте мои эти. Они музыку все-таки занимались. Ну, конечно, занимались, любили музыку, ведь он был меценатом, он жертвовал на консерваторию свои личные деньги, на театр. Да. Если бы он не любил музыку. Сейчас все смотрим. Так, это у нас гроф Сечени Иштван. А, это уже... 1906 год, 1990 год. Ой. Так, двери. Камин. И такой диван. Продолжаем осмотр. Следующий идем. Помещение. Все убранство здания этого дворца до 45 года существовало в том состоянии, каком было при жизни Сечени, но после войны все было разграблено, разрушено и восстанавливалось уже в середине 20 века, в 70-х годах. Заново. Анфилада комнат. И
печь здесь немножко другие. Стол со стульями. Часы. Гроф Сеченый Иштван. Пойдем дальше. Письменный стол. Портрет и скульптура графа Иштвана, великого венгра, за его заслуги. Идем дальше. Как оригинальность? Портреты и что у нас? Когда Иштван перестраивал этот дворец, он использовал все технические совершенства своего времени. Провел газовое освещение, сливную канализацию, установил бачки, унитазы с сливными бачками, ванны. Вот макет. Макет усадьбы. Значит, Иштван пристроил с правой стороны хозяйственный двор. Здесь находились конюшни. С правой стороны сейчас находится гостиница. Там есть ресторанчик. Так, поближе. Так, дальше смотрим. Такая красивая лестница ведет на второй этаж. Поднимаемся по ступенькам. Открывается красивый вид на парк.
Кесана. Так, продолжаем осмотр. Дворца. Вот знаменитый мост цепной, который соединил Буду с Пештом. И что наложил много сил своих в строительстве этого моста. И он носит сейчас свое имя. Мост, цепной мост Сечени. Да, великий венгр. Так, грязный. Да. Сечени открыл. Да, да, да. Он не только эту железную дорогу, он открыл пароход на Балатоне, развивал конный спорт, конезаводческие, кони. Да, кони заводы. Да, вот. Сейчас мы вот снимем паровоз. То есть если на первом этаже личные вещи семьи, то здесь на втором этаже музей, да, его история, да, его вклад. Промышленность, экономику, культуру. Еще раз посмотрим из окошка на английский парк. Ой, на французский. Английский манер парк переделал Иштван Сечени. Но сейчас, в настоящее время, парк принял первоначальный свой вид. Тот вид, которым он существовал в 1754 году. Опять портреты Иштвана. Ой, какая печь. Ой, это портрет Иштвана.
Да. Опять рояль. Да, и помещение, которое рассказывает. Да, пароходство, да. Он открыл пароходство на Балатоне. И расчищал, в общем, когда Дунай и Тиса, да, Тиса разливались, он и много бедствий приносили стране. То есть он занимался регулированием водообмена между этими реками, спасая страну от разрушительных наводнений. То есть он занимался регулированием водообмена между Дунаем и Тисой, чтобы оградить страну от разрушительных наводнений. Да, да, да. Да, он развивал. Сейчас вот это поснимаем, пароходство его на Балатоне. Он очень любил лошадей. Конезаводчество, как сказать правильно тут? Он был конезаводчиком. Да, конезаводчиком. Да. Да, вот это. Кубки. Сбруя.
толщиной, да. Метр. Да. Пять октав. Как и семь. Да. Нет. Так. То что у нас за здание? Видимо, различные его имения. Поднимаемся на третье. Здесь история его, это сын Белла, Сечни Белла.